Всем привет! Вы на канале «Готовим вместе с Татьяной». Сегодня я поделюсь с вами рецептом домашней сгущенки. Приготовьте сгущенку самостоятельно, и вы убедитесь, насколько это вкусно, быстро и просто. Для нее нам понадобится всего лишь два ингредиента – молоко и сахар. Готовить сгущенку лучше из домашнего или фермерского молока. Но с магазинным молоком тоже получается очень вкусно. Просто надо выбирать молоко с более высокой жирностью. Я сегодня готовлю из магазинного молока. Кастрюлю выбираем широкую с толстым дном. Благодаря большому диаметру посуды мы увеличиваем площадь испарения молока. В кастрюлю выливаем 1 литр молока и добавляем 200 грамм сахара. Постоянно помешивая, доводим все до кипения. До закипания сахар должен полностью раствориться в молоке. Затем нужно отрегулировать нагрев плиты так, чтобы молоко не пенилось, но продолжало интенсивно кипеть. Так молоко быстрее уварится. Варим, пока объем не уменьшится на 2/3. Масса немного загустеет и поменяет свой цвет. У меня на это ушел 1 час и 15 минут. Время варки зависит от жирности молока. А еще чем дольше будете варить, тем гуще будет сгущенка. Не переживайте, что сгущенка недостаточно густая. После окончательного остывания она становится еще гуще. Переливаем сгущенку в баночку. У меня получилось 400 грамм сгущенки. Даем ей полностью остыть при комнатной температуре и затем убираем в холодильник. Натуральная и вкусная сгущенка готова. Приготовив сгущенку дома один раз, вы перестанете покупать ее в магазине. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!